Да, прикольный состав. Так. Ага. Понятно. Поеду-ка я в город. Буду там обстреливать всех. Пока что никого не видать. Ни там, ни тут. А, нигде никого нет. Печаль. Ух ты ж! Сейчас кто-то у меня плюшку получит. Попадание. Есть первое пробитие. Куда ты едешь? Тебя же сейчас едят. Слышь ты, КВ, что ты вылез? Движение невозможно. Можно ехать. Готов. Первого забрали. Повреждение гусеницы. Ах ты ж. Сейчас я тебе тоже подарю плюшку. Я же свелся! Почему я попал в ту горку? Ну-ка, ну-ка. Да ты заколебал! Можно ехать. На тебе шальную. Пробитие. Да ладно, пробитие. И опять промах. Да ёкарный бабай. Слышь ты, на кого батон крошишь? Если сейчас прилетит в тебя, тебе мало не покажется. Получил плюшку. А сейчас попробуй меня пробить. Ладно, фиг с тобой. Опа, а ты тут что забыл? Не пробил? В смысле в гусю я не пробил?
А ты откуда взялся? Фиг с тобой, у меня тут поинтереснее есть. Слышь ты, я тебе сейчас тоже плюшку подарю. На, с хорошим пробитием. Так. А ты куда едешь? Я не понял. Тебе что? Хочется плюшку получить? Ну, могу устроить. Так, а ты куда едешь? Стой там и не рыпайся. Вот и славно. Так. Так. Иди сюда, я тебя на шашлык пущу. Есть. Так. А ты куда едешь? Ты что, офигел? Ты танковать вздумал? Не повезло тебе. Против меня... Не, совсем. Не-не-не. Но сзади, наверное, же больше никого нет. Надеюсь. Опа, нарисовался. Я тебе сейчас плюшку подарю. Вкусную, привкусную. Опа, с пробитием. А ты меня не пробил. Ух ты ж, сразу поумнел. Нашел место, куда стрелять. Да фиг с тобой, дай мне сперва этого замочить. Опа. Так. Слышь ты, это ты тот самый, кто стрелял по мне. С самого начала. Я тебе сейчас такую плюшку подарю. На, нафиг. Это было легко. Славный бой.